Друзья, вы сейчас будете шокированы данной новости. Сегодня рано утром нам по секрету и шоу-бизнеса сообщили о трагедии. Оказывается, несколько дней назад в городе Ярославле в 12 часов ночи был обстрелян автомобиль, в котором ехал известный советский и российский актер театра кино Владимир Стеклов. Кто совершил выстрелы из охотничьего ружья по автомобилю, пока неизвестно. На данный момент Владимир Стеклов находится в больнице с серьезным ранением. Полиция занимается поисками данных преступников. Сообщается о том, что огонь велся из охотничьего обреза. На данный момент больше пока рассказать нечего, друзья. Мы ждем утра. Утром мы постараемся связаться с сотрудниками полиции и узнать более подробнее о том, что же там произошло на самом деле. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, друзья. И не пропускайте свежие новости каждое утро на нашем YouTube-канале.